Принято думать, что Америка популярна своими фастфудами, но на самом деле каждый штат гордится своими уникальными вкусными блюдами. Так не отправиться ли нам в Луизиану, чтобы попробовать ризотто джамбалейлу? Что мы возьмем? Длиннозерный рис олейка, куриное филе, колбаски для гриля, стаканчик натурального йогурта без добавок, репчатый лук, лук-порей, зеленый болгарский перец, томатную пасту, смесь пряностей, чеснок, свежую зелень, соль и перец. Первым делом мы порежем куриное филе тонкими полосками и обжарим на сковороде в подсолнечном масле до образования золотистой корочки. Джамбалайла – это блюдо придумали переселенцы из Восточной Канады, обосновавшиеся еще в 18 веке в американском штате Луизиана. Есть версия, что название этого блюда происходит от французского «джамбон», означающего «ветчину». И ведь действительно, это блюдо в классическом варианте содержит ветчину и всевозможные острые колбаски. Филе мы перекладываем в отдельную тарелку, так как сковорода нам еще понадобится. А сами мелко нашинкуем репчатый лук, а лук-порей порежем кольцами. Основу джамбалайи составляют три основных ингредиента. Это колбаски, рис и лук. Сначала на сковородку отправляем репчатый лук, обжариваем минуты 3, а затем лук-порей. Наливаем подсолнечное масло и обжариваем лук в течение 3 минут. Не забываем постоянно перемешивать. Для жарки мы используем исключительно подсолнечное масло олейка, которое не пенится, обладает натуральным ароматом семечки и прекрасным вкусом. Это масло получено методом первого холодного отжима, без фильтрации, поэтому оно натурально на все 100%. Тем временем мы порежем мелкими кубиками болгарский перец, а сосиски кружочками. Лук-порей у нас стал мягким, поэтому мы отправляем к нему болгарский перец, сосиски, а затем вводим и курицу. Выдавливаем пару зубчиков чеснока, тушим минут 5, а сами займемся соусом. В отдельные миски мы смешиваем йогурт, добавляем специи, у нас это молотый имбирь, куркума и душистый перец, а также не забываем добавить ложку томатной пасты. Заливку нашу мы перемешиваем и вольем эту смесь на сковородку к овощам, колбаскам и курице. И да, не забудьте посолить. Но все-таки главный ингредиент нашей джамбалайи – это рис. Длиннозерный, его нужно хорошо промыть. Готовить из круп олейка – сплошное удовольствие. Рис мы отправляем на сковородку, а сами отправимся за водой. Кстати, штат Луизиана, откуда родом это блюдо, является лидером в Америке по объему выращиваемого риса. По количеству воды, смотрите сами, она должна покрывать рис. Рис мы оставляем на 20 минут, но самое главное, ни в коем случае не открывайте крышку, как бы ни хотелось. Когда на сковороде станут появляться крупные бульки, просто убавьте огонь до слабого. Закройте сковородку очень плотно прилегающей крышкой. Ароматное вкусное блюдо готово. Осталось посыпать джамбалейлу рубленной зеленью.